Иван Островский. Большое спасибо за донат. С текстом: «Привет, мы с ребятами сделали прикол, положили СНГ-хиты на 4 аккорда. Минусовку сделал все я, ребята неплохо спели вроде. Послушаем». Наверное, слишком влюблен. Я снова начал слушать Земфиру. Листаю твои фото в альбом. Ну, я не знаю эти песни. Прикаю в тебя тысячу раз. Такой, ну, взнос голос, так, ну, нормальный. Снова я напиваюсь. Снова говорю, пока мы не совместимы. У меня пустой карман. Снова я напиваюсь. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, ну, такой рофл, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием. Хочу убежать от бесконечных ссор, от этих серых слов. В нос голос, я чё? Устал. Я хочу быть. По минусу тобой, можно сказать, что гитара тихо достаточно. Типа громко барабаны, тихо гитара, и как будто мало, ну, постобработки, типа там компрессор какой-нибудь пиздатый навалить. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково. Это прям супер песня, чтобы сжечь максимально просто жопу человека, который постоянно в караоке, например, работает или типа того. Страшный сон работника караоке. Блять, еще это. Он убивается вокругом голова. Пощадите, спасите, помогите, молю. А почему вертикально это сделано? Цветные облака. Зачем все это? Зачем? Вот надо что-то такое, только типа по 10 секунд и в ТикТок выкладывать, на самом деле. Слезы на щеках. На Ютубе это вообще, ну, не на Ютуб. Не ютубовский контент. Ну и типа даже сделано это не вертикально. Зачем? Не горизонтально, то есть. Просто вертикально. Хера эффекты модные. Ну, ой. Ну, не знаю, нормально, типа, то есть. Смертельным оружием. Бас-партия, кстати, ни хера там нормальная такая, да? Бесконечных ссор, от этих серых снов я устал, я ну, хочу всё, быть Питер, с тобой. Ну, Питер, попался, придёт смотреть. Звёзд, на ДВГДДПС, двоеточие, слэш, www.youtube.com/. Нормально. В равно Гатриль. То есть, чё-то, если ты фулл анжировку сделал, ну, в принципе, ясно, да, что шаришь чё-то. Хз, чел, чё сказать, вот, как бы... Как видишь, я сижу на Ютубе. То есть вот тоже вот на всем умею, но пока какое-то супергодное применение, кроме как на Ютубе сидеть, этому не нашел. Так что